Добрый вечер, друзья, к вашему вниманию. Этюд «Баян» в советское время очень популярный был для начинающих исполнителей, как говорится. Готовый баянчик, но не полный. Второй, мажор, минор, септемпер, ниже. Правая. Баян в хорошем состоянии, достаточно мех держит, он прям раздвигается. Вот я... пример приведу, как вот начинающий... Я извиняюсь, конечно, но баян не в хорошем состоянии, а после полного обслуживания нашими мастерами. А я думал... Понимаешь, он просто так в хорошем состоянии не будет. Все инструменты, которые у нас полностью обслужены нашими мастерами. И компрессия не просто так здесь отличная, а потому что она сделана, господа, сделана. И Леша всегда говорит, после полного ТО... Технический осмотр, короче, произведен. Видите, поправка произведена. Так, на что можно сыграть?